Привет всем, я Армен Еремян, и сегодня я открываю свое новое кулинарное шоу. Сегодня мы будем... Как оно называется? Да, ой, спасибо моей любимой жене. Кстати, мы снимаем это одним кадром. Снимается, ой, называется мое шоу ПРНЕ. ПРН. Что значит? Нажмите на паузу и напишите в комментариях. Конечно же, это пока родителей нет. Это не шутка про Даню Милохина. Так что это просто пока родителей нет дома, типа. Ну, вы поняли. Сегодня первый эпизод. И мы будем готовить, конечно же, классику. Ребята, мы будем варить Дашу Дошик. Чего? Так, смотрите, способ приготовления очень легкий. Ты объясняешь. Да. Открываете крышку. Ничего себе. Что нам потребуется? Нам потребуется Даша Дошик. Доширак куриный, легендарный, классический. Где его купить? Купить в магазине семейный, мой магазин. Для моих подписчиков скидка. В общем, здесь лапшичка. Что еще потребуется, кроме доширака? Потребуется еще водичка. Кстати, я забыл сказать, руки мой перед едой. Запомните это, ребята. Ну, а особенно перед готовкой. Так что помоем руки. Музычку в студию давай напой что-нибудь. Сладкий вкус малины на твоих губах. Ну, это вишня, ребята. Гроза не грозила. Можно следующую песню? Ла-ни-на-ни-на-ни-ней. Дарите женщинам цветы. Без повода и без причин. Гламур! Вот, смотрите, вытираем ручонки свои. Так, ладно. Чтобы не терять время, мы берем сразу чайник. Смотрите, какой крутой чайник с деревянной ручкой. Видали такое? Пресс. Открываем крышку. Добавляем водицу. Фильтрованную. Да, кстати, это из фильтра вода. Чтобы не испортить чайник. Ну, мы набрали, здесь у меня было набрано... Прилично, ребята. Я просто еще чаек буду. Ну, кстати, чаек тоже будет. В следующем выпуске. Не, вот здесь сразу. Вот, смотрите. Кто знает, до скольки кипит вода? 100 градусов. Ей! Так, открываем. До полшестого. До полшестого. Открываем наш офигительный дождик. Кстати, ребята, кто не знал, тут есть инструкция, еще раз показываю, где срок годности. Дальше вот, откройте крышку, добавьте по вкусу содержимое пакетиков. А, здесь есть еще и пакетики. Содержимое. Смотрите, здесь вот, есть отсор. Вилка. Неправильно показываешь. Вот так. Так, вопрос на это, на засыпку. Вилкой в глаз или паузу нажимаем, пишем комментарий, продолжение. Надеюсь, в рифму будет у вас. Один удар, четыре дырки. Так, это, конечно же, приправа, лапша быстрого приготовления. Что здесь? Овощи. Не важно. Покажи, покажи. Вот, овощи. Свет, свет. Видно вам? Угу. Так, теперь бульончик, приправа. Видно, видно? Подожди, фокус, фокус. Угу. Макшо, значит, такое? Вот так я такой. Короче. Так, это мусорок. Оп, мусорок. Вилочку открываем. Сюда, сюда. Так. Да, сама лапшичка. Просто Юкан молодец. Вот его предки, и он сам готовит. Ладно, без обид, Юкан. Ты хороший парень. Так. Кстати, как Даня Гуськов играет на гитарке, ребята? Так, вот, смотрите. Подойди поближе, подойди. А? Вкусно, вкусно? Подожди, подожди. Давай, смотри, смотри. О-е! Так. Тут чуть-чуть не хватило вот этих штучек, чтобы было как Влад А4. Ну, это как бумага, если честно. А4 это бумага, если вы не знали. Так. Сейчас будет наш бульон-приправа. Вкус курицы. Расскажи, какие еще вкусы есть. Еще есть говядина. Но я знаю, что самая легенда – это говядина, конечно же. Ребята, вы вообще-то будете... курица. Нет. Еще какие есть? Говядина.
У меня в магазине есть еще морепродукты доширак. Есть. Ну, кстати, мои любимые морепродукты. Гребно есть. А? Креветка. Ну, нет, там написано морепродукты. А. Потом креветка. Свинина, по-моему. А, ну креветка и морепродукты. Потом свинина. Есть квашеная капуста, если вы не знали. Есть еще свинина. И есть свинина, как ее? Острая. Острая курица. Острая курица. Есть. Вот, смотрите. Порошок. Это выбирайте на свой вкус. Да, кстати. Пока родителей нет дома. ПРНЕ. Так, сейчас. Так, это моя доченька. Тоже хочет кушать. Так, смотрим, смотрим. Сколько здесь градусов? Быстрее попадем. Отходим, оператор. Вот, все четко, 100 градусов. Уже 98. Итак, заливаем. Сколько заливаем? Заливаем до края. Вот тут есть выемка такая специальная. Специальная полосочка. Специальная полосочка для гениев, как мы с вами, ребята. Все. Закрываем, сколько ждем? Закрываем и ждем 3-4 минуты. Йоу, бразерс. Так, пока пауза, ждем. А пока мы ждем приготовления нашего доширака, мусор выбрасываем, чтобы родители не ругались. Так, дальше идем делать чай. Что нам для этого потребуется? Нам нужен стакан. Как же я забыл про стакан. Очень классный, прозрачный, но вам пойдет любой. Так что какая разница, какой стакан. Главное, чтобы был вот такой. Ла-ла-ла. Так, смотрите, есть разные чаи, но я люблю с барбарисом. Представляете, вот смотрите, какие у меня есть чаи с... С виноградом тоже люблю. Может, с виноградом? Да, мой любимый цвет. А сейчас увидите, какой цвет красивый у винограда. Так, надо быстрее. Раскрываем пакетик. Достаем чайный пакетик. Засовываем в стакан. Представляете? Берем чайник уже нагретый. И заливаем этот пакетик водичкой. Смотрите, какой классный цвет. Мой любимый, почти фиолетовый. Погодите. Кстати, вот мои шорты. Похоже? Так, это мусор тоже надо будет избавиться. Так, кстати, мой любимый вкус моей жены — это куриный чай. Шутка. Куриный дошик. Потому что он не острый. Вот мы опять же выбросили мусор, чтобы родители... Не ругались. Вы должны всегда, чтобы у вас было чистенько, красивенько, чтобы было приятно кушать. Вот, пожалуйста. Почти готово, ребята. Чай очень горячий, пусть немного остынет. Можете добавить, некоторые, как моя жена, например, добавляют немножко водички, разбавляют. Фильтро, только фильтро. Он обычно чистенько. Нельзя будет болеть животик. Да, потому что даже вот вы посмотрите в свои чайники, кто с обычного крана наливает воду, посмотрите, какие у вас чайники грязные. Кстати, я вас могу научить, как чистить эти чайники. Это очень классный лайфхак. Вот моя доченька улыбается. Вот так вот. Вот, смотрите, прошло, наверное, уже 2-3 минуты. Так что, хотите посмотреть? Надо еще открыть и немножко размешать. Да? Ты подходишь поближе, посмотреть, что тут у нас? О, легендарный дошик. Ой. Чувствуете аромат? Картинка с ароматом. Блин, как вкусно. 4D картинка. 5D сейчас вам плесну. Бч. Ладно, сейчас вот так надо еще чуть-чуть размешать. Да, ребята? Размешали. Немножечко вот так. Хоп, и еще хоп. На минутку. Еще минуточку. И все. Отдыхаем, ждем. Есть банан. Кстати, кушайте бананы. Очень полезно. Вот, смотрите, банан, пока родители нет дома. Давай. Все, паузу можно нажать пока. Продолжаем, ребята. Смотрите, как открывают банан в основном люди. Все нормальные. Вот так, да? Согласитесь? Пишите в комментариях, как вы открываете банан. Вот. Но я открываю вот так, чтобы не трогать банан. Вот тут, ну я уже его открыл просто. Вот так вот. Сверху беру, так открываю. Ам. Ам-ням-ням. Ам. Моя доченька тоже хочет, но ням-ням-ням.
Оп, попробовала. Ой, как вкусно, молодец. Давай, жена тоже попробовала. Ну, да, вкусно. Вкусно? Да, вот вкусно. Так, ну что, я думаю, наш дошик готов. Даша, дошик, пожалуйста. Вот вам самый простой рецепт. Это первое наше шоу. Видео. Наше первое видео, наш первый эпизод, новые выпуск. Рубрики. Новое шоу, кулинарное шоу. Перене. Пока родителей нет дома. Всего приятного аппетита. Ой. Извините. Просто горячий пар. Вот так надо подуть? Надо подуть. Иногент дуть. Ладно, это не будем. Это вырежем. Салатик вообще. Салатик. Все, всем приятного аппетита. И чай. И вкусных ужинов. Всем пока. Пока, и в конце надо убрать все за собой. Помыть посуду. Помыть посуду, но здесь повезло вам. Кружку надо помыть. Крышку. Кружку точно помойте, ребятки. Все, всем пока. Спасибо, пишите комментарии, как вам понравилось. Все, всем спасибо. И пишите, что вы еще хотите, чтобы мы приготовили в этой рубрике. Да, кстати. Все, и у меня для вас уже на следующий день, на следующей неделе я вам приготовлю еще кое-что очень интересное. Все, всем спасибо. Всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с своими друзьями. Вы лучшие. Вы лучшие. Обнимаю, целую.